Я пользуясь моментом, предлагаю нам начать выполнять этот документ. В этом документе написано рекомендации нашему государству создать унитарное, сильное, сильную страну с высоким уровнем децентрализации. То есть думать о простых, обычных людях, которые живут в селах, городах, небольших городах. Так вот, давайте, вот мы приняли по инициативе Кабмина, президента и профсоюзов решение о повышении минималки до 3200. Заложниками, к сожалению, нам нужно признаться, этой ситуации оказались предприниматели. Вот мы, например, социал-демократическая партия, инициировали, я сегодня говорил с президентом, и он обещал поддержать как минимум от БПП, буду говорить с Садовым, со всеми, чтобы поддержали на всех уровнях, во всех райсоветах, городских советах решение о снижении ставки вдвое для малого бизнеса, для второй группы. Будут платить не 640, а, например, там 230, так, 220. Сергей, все,